Завершено расследование уголовного дела по факту хранения и сбыта поддельных денег, выявленное департаментом АФМ по Кызылординской области. Материалы направлены в суд. 28-летний житель города Кызылорда обвиняется в хранении и реализации на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивых банкнот номиналом в 20 тысяч тенге. Расплачиваясь фальшивыми деньгами, на сдачу он получал оригинальные банкноты Нацбанка страны. В ходе расследования он полностью признал свою вину. Согласно заключениям исследования криминалистов, изъятые банкноты не соответствуют денежным знакам Национального банка и распечатаны на многофункциональных цветных принтерах. Отметим, что за данное уголовное деяние в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.